Главная цель викторины – любимый город, привлечение жителей Ульяновской области к изучению истории родного края. Организатором игры стала Ассоциация социально ориентированных некоммерческих организаций. Принять участие в викторине может каждый желающий гражданин РФ, который проживает в зарегистрированной территории города Ульяновска, Димитровграда, Ульяновской области, старше 18 лет. Буклеты для участия распространяют по будням с 16 до 20 и по выходным с 11 до 15 в ульяновских торговых центрах. Для участия необходимо взять буклет у волонтера, грамотно заполнить свои данные и ответить на вопрос викторины. Затем необходимо оставить у себя отрывной талон, а оставшуюся часть анкеты отдать в пункт приема. В данный момент пока раздаем. То есть проверять уже будут непосредственно, когда они будут отдавать ее на избирательных участках. То есть они будут голосовать с 15 по 17 и непосредственно уже в избирательных участках отдавать викторину заполненную. Попытать удачу можно лишь с помощью одного буклета, поэтому заполнять его нужно внимательно. Победители викторины ждут щедрые подарки. Среди участников разыгрывают 9 УАЗов и 1000 сертификатов на 4000 рублей. Все места приема буклетов, а также алгоритм распределения призов и другие подробности можно узнать на сайте любимыйгород73.рф. Юлия Руднева, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.